Всем здорово. Сегодня, короче, такое необычное видео. В общем, тут устроился, так сказать, на ночную работу еще, помимо дневной. Ну, как ночная, она не каждый день, через двое суток, сутки. В общем, работа состоит в том, чтобы вот сидеть, короче, сторожить территорию. Территория вокруг меня, вот вся территория. Надо ее сторожить ночью, ну, чтобы тут никто не лазил. Ну и задача, короче, сторожа заключается в чем? Вот он, значит, сидит вот в этом домике. Сзади меня домик. О, значит, смотрит, чтобы по территории никто не лазал. Открывает, закрывает ворота. Вот там вот сзади меня ворота. Вот. Периодически надо выходить за территорию. Смотри, чтобы там никто в окна не лез вот в эту базу. Вот видите, у меня там здание сзади меня. Сверху там, короче, там с той стороны окна, там могут всякие пиздюки залезть. Пиздюков надо бить палкой, если они полезут. Ну, если это как бы в моих силах будет. Вот. Ну и как бы, чтобы вот время это не прозябать зря. То есть здесь, по сути, можно ночью сидеть и смотреть телек. Ну, чтобы не спать. Спать нельзя. Вот. То есть я вышел в 5 часов вечера, да, и раз меняюсь в 9 утра другим сторожем. В общем, подумал так, все равно одна фигня сидеть, телек смотреть, что его смотреть, надо что-нибудь поделать. А делать мы будем следующее. Сейчас покажу, пойдем посмотрим. В общем, план на сегодня такой. Вот автомобиль. Он у нас, если откроется... Нет, он не открывается, не хочет открываться. Ладно, мы его загоним, он замерз. Как видите, он... Сейчас я покажу. Видите, он такой вот присевший. Его надо разгрузить. Он полностью затаренный. Не видно? Не видно, короче, ни хера. Он полностью затарен запчастями от Запорожца. Мы привезли. Кстати, вот здесь вот двигатель лежит и коробка. Потом, что еще надо сделать за ночь? То есть рассортировать эти запчасти. Так. Сфотографировать, на видео снять. Опять же, я для вас сниму их на видео. Все, что есть. Значит, я предлагаю запчасти от Запорожца. Следующий. В чем мы проделаем? Сейчас у нас холодно, градусов, наверное, 13, ночью будет, может, 17-15. Потом, короче, надо вот этот сугроб раскопать. Скинуть с него снег, загнать его на территорию. Это моя тачка. Фу, на территорию, в гараж. Отморозить его там. Ну, там тепло. Помыть его нормально, высушить, но это за ночь. Вот, и с утра я на нем поеду, чтобы он был не сугробом. Это такие планы на эту самую на ночь. Так, поставил охрану, на охрану территорию. Вот сигнализация пищит. Короче, дальше что нам надо делать? Дальше у нас по плану. Это замечательный автомобиль Honda. И вот также замечательный бампер. Смотрите, как он шикарно получился, красиво. Но без этого я... Все-таки засадил подтек небольшой, вот он. В общем, короче, надо под этот бампер собрать. Поставить его вот сюда, вот. Потому что здесь нет ни хера. Все это собрать в жопу. И выгнать машину за территорию. Завтра заберут на улицу, точнее. Ну, и, кстати, бампер от Camry, его можно тоже собирать. Он покрашен давным-давно, вот от него потроха. Это надо тоже сегодня ночью сделать. Ну чё, погнали. Так, с Хондой закончил, помыл. Бампер у нас теперь стоит, кривой весь, падла. Тайваньский бампер. Вот, такой вот он есть. Ну все, нормально покрашенный, блестящий. Здесь тоже все покрашено. Все ровно. Здесь была вмятина удара. Все, короче, я машину чуть-чуть помыл, попылесосил. Точнее, помыл. Ну, блин, я не могу я на это смотреть. Тут такой срач. Она теперь хоть чистая стала относительно. Вот, тут вот все чисто. На полу коврики. Чистые. Вот, светит, светит. Ковры чистые. Порожки чистые,
чистый, все. В общем, Honda у нас готова. Уходит. Вот такой бампер китайский, смотрите. Видите, как он играет здесь. Здесь, короче. Все, с Honda все закончено. Так, время у нас 8:30. Honda у нас закончена. Помыто. Сейчас мы его выгоняем на улицу. Подмазываем только вот сколы здесь какие-то были. А вот здесь вот. Короче. Здесь вот что-то. Здесь вот надо подмазать. Все. Так вот. Это вот турецкая Honda. Зашибись, да? Там где-то еще паучок был. Все, ладно. Так, смотрите, как снег сверкает. Красота. Так, время 9 вечера. Будем сейчас запускать Ford на улице. Сейчас посмотрим, у него там градусник есть. Вот я к нему не подходил, даже дверь не открывал. Посмотрим, как он запустится. Я взял барскую щетку-сметку. Он хорошо, он замороженный. Как бы он... Нет, самое... К нему снег не будет. Точнее, не будет, а уже не прилип. Хотя он стоит с воскресенья, по-моему. Там было воскресенье плюс один. Но он живой. Ему ничего не будет. Посмотрим просто, насколько он легко заведется. Сейчас вот. А, он уже закрылся. Он такой хитрый. Надо еще раз открывать, когда долго не открываешь машину. Вот он открылся. О, дверь не прилипла. Хорошо. Так. Ну что, сколько у нас градусов на улице? Форд, покажи мне. О, смотрите, сколько градусов. Минус 15. Ну, это как бы, ну, не та температура, чтобы не заводиться, но тем не менее. Посмотрим. Температура вот. Сейчас. По нулям. Ничего не поднимается, видите? Вот этот градусник. Ну что, запускаем. Оборота. Форд. Дымок пошел. Пойдут комментарии. Дым такой, сизый, черный, красный, зеленый. Отсосол гонит туда-сюда. Ладно, все, разгребаем, загоняем машину, а Хонду в этот момент выгоняем. Поехали. Так, ну что, загнал. Такой он красавчик. Есть снегу. Блестит. Шаки бегают. Все. Отогреваем. А тем временем на улице. Так, тем временем Honda у нас на улице. Она такая красавчик. Чистенькая. Бамперочком новым. С крышкой багажника новой. Все новое. Так вот все в темноте светится. Приборы. Это когда фары горят. Сейчас фары выключаем, оно будет ярче светиться. Смотри так. Оба, она круче, да? Спидометр. Спидометр.
Здесь, правда, гаснет все кнопки, а включаешь, они появляются. Так, начинаем собирать бампер Камри передний. Поехали. Он у нас покрашен, уже высох. Вот. Нам нужно будет его полирнуть, но до этого его собрать нужно. Ну что, бампер готов. Короче, тут Форд сам помылся, оттаял. И вообще чистый, идеальный. Я тут вообще не принимал участия. И бампер от Тойота. Короче, ну я пока не поставил вот эти штуки. Брызгалки, парктроники. Ну, заглушки там, потому что парктроники так одно название. Потому что надо будет полирнуть его с лица. Ну, они будут мешаться, короче. Все вот это собрал. Основное. Галогенки там, заглушки. Решетки все эти. Номер этот хренит. Вот. Помылся. Бампер. От Камри собрался. Так, начинаем разгребать. Форд тоже загнал сюда. Пускай всю ночь стоит здесь, с утра ехать. На теплой машине лучше. Так, там, короче, двери. Капот там оставил. Погнали. Так, загнал четверку. Всю ее распотрошил. Вот запчасти. Машина в тепле. Запчасти отдельно сохнут. Я хоть понимаю, что у меня тут есть. И чего у меня тут нету. Вот так вот. Сейчас у нас уже 3 часа ночи. Ну что, работаем. Время у нас 5:45. Вот смотрите, сейчас покажу. Видно, не видно. Видно. Короче, сижу в машине, в Хонде. Ее с утра рано заберут. В 8:30 там или в 7:30, не помню. Надо ее прогреть. Ночью холодно. Где у нас температура? Хрен знает. Короче, холодно. Вот. Решил прогреть, чтобы она нас за ночь полностью не остудилась. Не выстудилась. Тем более тут сказали, что аккумулятор плохой. Тухленький. Что не даю ей полностью замерзнуть. Я вот не знаю, минут 40 я в ней сижу. И вот смотрите, какая фигня. У меня печка на всю. И вот такая вот хрень на стеклах. Вот. Вот это лед. О. Он за 40 минут его не может растопить. На стекле тоже такая вот фигня. О, это тоже лед. Хотя у меня стоит и в ноги, и на стекло. Если я не ошибаюсь, да? То же самое вот там. Ну там не так сильно, но тем не менее и здесь вот кусок. И не знаю, вот у меня. Я уже включил эту вот жопогрейку, короче. Минут, наверное, 10 назад. Что-то как-то не впечатляет. Так, греет тепленько так, не более. Какая-то, в общем, холодная машина, я не знаю. Я не знаю, я вот в куртке в теплой, да, сижу, вот в салон залез. При этом она грелась у меня 10 минут после того, как я влез в салон. Вот. Что-то как-то тут не очень тепло, я бы сказал. Не знаю, может быть, это особенность данной машины, может быть, слишком холодно. Но опять же, ну, градусов 13 сейчас. Разве это холодно? В общем, работа идет. Ждем клиента. Тепленькую машину ему отдадим. Все.
Все, утро. 8:30. Сейчас заводим Хонду. Ждем хозяина. Все, с Хондой закончено. Помыта. Машина работает. Бамперочек. Все готово. Уже, правда, замок чуть-чуть. Все, Хонду сдали, уехала. Скатертью дорожка.